Jak on wyjdzie z okno? Site! What? Suck my big dick! Please. Вот это другое дело. Берет она меня, телепортирует назад. Мамку свою телепортирую с работы, понятно? Простите, вырвалась. Блин, у меня балкон открыт, надо бы закрыть. А что это за монолиты? Вот это меня интересует еще. Так. Какие-то монолиты. Что? Угу. Один тут, давайте доберемся до этого. Где-то еще по-любому есть один. Вот здесь. What the f... Я чуть не обосрался. А, слышь ты! Скроган, сидишь так в подворотне на ромаше где-нибудь? Should now be able to interface Pathfinder. Ну и что это мне дает, я так и не понял. Holy shit, здесь какие-то сложные уже пошли. Так, а где мне этим лучше заниматься-то? Ну явно не здесь. Так. Окей, ну погнали, в принципе, тут. Так, попробуем так. Угу. И вот так. Так, ага. Какой здесь нету еще? Такой нет. Окей. Угу. Здесь должна быть У. Здесь-то должна быть... Какая байда-то? Вот это вот. Такс. Так, здесь, в принципе, все верно. Здесь У быть не может. Поэтому У здесь. Такой здесь не хватает. Вот этой вот. Соответственно, здесь надо поставить вот эту вот. Сейчас все верно, проверяйте меня. Такс. Теперь тут. Mm.
Так, то есть так быть не может, окей. Значит, вот так. Так. Соответственно, здесь. Ага. Не получается. А, ну да, это повтор. Так, их здесь нет тогда? Хм. Окей, тогда здесь... Здесь не может быть У, в принципе. У должно быть здесь. По-любому. То есть мы меняем это и это местами. Так, а здесь это будет как раз вот это. Но! Твою мать! Хорошо, как насчет вот этой байды и вот такой байды. Но здесь нельзя эту поставить. Соответственно, здесь должно быть У. А здесь должно быть вот это. Нет, здесь не может быть вот этого. Здесь вот, вот это. А здесь не может быть... У! Фак! Ломаем код. Все записали? Вообще похер. Изи. Технология реликтов ключ к восстановлению Воэлда и превращению его в золотой мир, каким он и должен быть. Но вначале необходимо найти хранилище, активировав все монолиты реликтов. Ну, мне этим еще заниматься надо будет. Слабак. Да... Фу вас, чат. Фу на вас. Вы не помогаете, вы только обзываетесь. Я просёк эту фишку. А знаете что? Пошло все в жопу. Я, пожалуй, вот здесь по... Отсюда поеду. Да сдался! Да сдался! Ну и что? Ну и что теперь? Вот смотрите на жопу. Свою не покажу теперь. I'm reading a temperature decrease. Эй, Бобик! Проработка капец. Бобика сбить не могу. Бобик только что Мако затолкал, охереть. Больные Бобики. Pathfinder, the remnant have altered the landscape ahead. Опять один в воздухе стоит. What the fuck? Это ненормально. Еще один. Ну давайте. Сейчас сдохну. Чуваки, перед вами враг! Вам что, реально все? Они по команде действуют? А, это я уже активировал? Ну, судя по всему, я активировал это все уже. Окей.
Что-то здесь нашел. Другие дают только задними колесами. Серьезно? В Mass Effect такого говна не было. Grandfather, actually. She tell you about me? Not exactly. She did used to swear up and down about a stubborn old fossil, usually while hitting something. Stubborn old fossil. She's called me worse on a good day. Old bones are getting stiff. Do you have to hit every bump? Ой, заткнись, понял? Turn this car around. Успешно посохнил для вас заселение в Вайлд, требуется как минимум 40% перспектив. What? Suck my shit. Все, я понял. Я понял, все понятно. Просканируй мою жопу, понятно? Так, что у нас дальше по квестам? Я не буду этим заниматься, пошло все нахер. Что-то это задание далеко. О, так переместиться можно. Фу, подождите, я закрою балкон, тут капец холодно. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. Первый роман, зачем тебе платина? На льду нормально. Физика вождения машины на льду. We are nearing the nav point provided by SOCAR ESOF on Aya. Looks like Soka's supplier is dead. Что вы еще хотите? I detect traces of weapons fire consistent with Cat's technology. Cat. Great. And here's the ambush. Вау, найс. Ачивка. Nice work. Это было легко. Окей. Ладно. Погнали, короче говоря. Назад. Но по-любому сюда еще пришлют. Скажут, ищи хранилище. Другую херню. Блин, еще вафельку хочу. Вафельки вкусные.
за 250 рублей я бы поиграл. Все бы поиграли за 250 рублей. Ну, причина в том, что 250 рублей пока что это дело не стоит. Я, по-моему, прокачался дважды и так и не прокачал себя. Не будет стоить, ну и факт. Там какой-то Battlefront стоил. Джон Сезефра ждет твоего звонка, Pathfinder. У тебя новый email на твоем терминале, Pathfinder. Окей. Беженки Азари, кому Райдер от Коры, а Райдер? Пришел доклад о беженках Азари на Эос, они добрались. Возможно, там и про их ковчег что-то есть. Поговорим, когда будете свободны. Окей. Турианцы на Хаварле. Перепроходец, мне все время сообщают, что на Хаварле обнаружены турианцы. Поскольку это ангарская планета, я подумал, что вам не помешало бы все проверить. Апекс не отличается дипломатическими талантами, здесь нужно действовать скрытно. Кандрос. Сейчас это говно пролагает. Прямский ковчег смерти вопреки. Турианский ковчег прибыл в LA и тут же пропал. Турианцев в форме Натануса видели на Хаварле. Нужно найти их и узнать, что случилось с ковчегом. Пока. Did you hear the news from Eos? Asari refugees showed up at the outpost. Only a few, but that's better than none. Bradley says there's an officer in charge, Hidaria. She could know where the Ark is. Она подождет. If they're at the outpost, they're safe. We've got bigger problems. But no solid leads. And word is that Sarissa Theris was on the Asari Ark. We could use that help. Who's she? Probably the best commando strategist alive. Her biotic shields saved hundreds at the Battle of Kirkus. Apparently, Sarissa's acting as bodyguard to the Asari Pathfinder. She's probably got a plan out of this mess already. Нам нужен стратег? Is military strategy really what we need out here? Someone has to protect the Nexus. Can't afford to turn away allies. Hidaria should be at Prodromos for a while. If you change your mind, I'd like to tag along. Взять кору на Эос для встречи с Гидарией. Если я на Эос вернусь когда-нибудь. Pathfinder, you have pending vid calls. Эфра де Тершаф. Связаться с Эфрой на... А, нет. Стоять, у меня тут Биби. Биби. Мне же нужно ей отдать всякое говно, которое я добыл в ходе квеста. No peeking. I'm putting the finishing touches on my personal project. I thought you said it was on the Nexus. I'm just perfecting the final component here, or should I say, trying to. Several of the crew have offered to help, and I keep politely declining and ushering them out. So thank you for retrieving that critical piece of Remtech, but kindly stop digging. Такие дела. I'm naturally curious, and I'm sure the crew just wants to bond. Curious is good. Builds anticipation. I'll leave the bonding to you. Not my style. I realize it must be hard being the Pathfinder and not being able to know everything. But there's so much you can do that no one else can. It's safe to say that you, my friend, are one of a kind. Тебя только это волнует? I hope I'm not just your latest cure for boredom. Me too. Don't worry. I doubt I've seen all your bells and whistles. But no more distractions. The next time you're on the Nexus, my project will be done. Come by, and I'll unveil it. Now, if you will, please leave me to my own devices. Fuck you. В принципе, Биби её обиталище на Нексусе. У неё есть обиталище?
Так, той нравятся трупы, этому нравятся вообще негры. Погнали. Commander? Pathfinder, Joel's been keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You rescued Shavit Garn. His loss would have been hard for the Resistance. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Jarl says you want to help find the Moshai. Why should I let you? У меня осечек не бывает. My personal code is... I got this. Bold. A little arrogant. Like me. Still, I'll reserve judgment for now. We've managed to trace the Moshai to a special cant facility on Vault. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. Ну, то есть вон тот. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully, the Angara don't need anything from you. We take care of our own. Вам пригодится мой... With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... Well, I want to go. It was risky to be honest about your AI. And honesty makes you different from the cat. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vault. They'll take you to the cat facility. Okay. Stay strong and clear. Goodbye. Jarl said he wanted to see you. Кто меня хотел увидеть? Джал Амада. Ага. Поговорить с Джалом на буре. Где мне выйти? Так, он и здесь, он там. Вот когда мне дадут задание Турианки, тогда я начну процесс зармансивания. Доверие, но не одобрение. I still don't think he likes me. That's just his way. You should be more worried about the Rokar. Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader, Aksul. Роекар, Аксул, господи. We studied together under the Moshai, but unlike me. He was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. Поэтому он ненавидит чужаков? That's why he hates aliens. Yes. He hates me? Suffered greatly. When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant, or anything, except destroying the Ket. Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. Значит, их нужно остановить. More of a reason to set things straight before they get out of hand. I don't think Aksul will listen to you. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recluse on Havarul. Who escaped with Aksul from the Ket. Her name is Thorin. Слишком много непонятных имен собственных. I'll send you the nerve point. Найти Талдир на Хаварле. Через доверие к Эфри вы привлекли внимание Роекар, организации воинов, ненавидящих любых чужаков. У Джал есть сведения о лидере Роекар Аксула. Ну давайте попробуем.
Not really a holiday destination. Окей, так, здесь ничего менять не будем, хотя... Может быть, моды появились какие-нибудь? Найс. Так здесь что-то новое появилось. Что у меня сейчас установлено? Плюс 10% так, урона, плюс 40% радионой урон. Угу. Так, точность не нужна. Нет. Стабильность. За счет магазина урон, на. Так, здесь ок. Approaching the LZ. Окей, что там дальше? Я уже затрахал эту планету, наверное. А, это нельзя скипнуть? Нет, окей, надо обязательно смотреть. Пока она прогрузится, пока сядет. То есть Маку не завезли сразу, да? Понятно. Где здание-то? А? Разве... А разве это не Хаварл? Точно, это воел же. Твою мать. Ну и насрать. Я тут что-то сижу, думаю, что за херня. Мне бы еще квесты сдать. Было бы неплохо. А за это что? Ты напиши им техподдержку. Они обычно быстро откликаются. Могут посодействовать. Сэм, ты меня бесишь, тварь! Харе! Бесить меня своими умными речами. Что игра хочет, чтобы я вот здесь вот сделал? Что это? А, точно. Сейчас мы квест вернем. Он не здесь! Что они все делают? Они типа на стреме? Да, я туда прибежал. Че вы такие так прогрузились? Just do it. Just do it? You saved lives today. You don't know who or how many, but you did. Oh, I set something aside for you from our latest shipment. For your help. Спасибо, а что, что значит награда не нужна? Нужна? Что с чуваком происходило? Блин, вы не видели. За вебкой было. Расходных предметов он мне дал. Вау! Погнали отсюда. В гробу я это все видал. Так, остоять. А что это за квесты? Это еще разок, который здесь есть. Хана. Ну
Ну-ка, окей. Чё это за квест? А вдруг по пути там где-нибудь будет? Бросай Siege Go Dota. Это, кстати, хороший вариант. Ты сначала думаешь, да не, мобов говно, играет только говноеда, а потом, короче, игра, начинаешь залипать ней. You're the requisitions officer? I hear you're having supply issues. Of course not. I don't know what you've heard, but everything is running fine. Зачем лгать? I saw the messages sent to you. What are you hiding? Keep your voice down. I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this. Мораль серьезно упадет. Вот это перевод, ребят. А вы еще это? Вы все будете переводить напрямую, мораль упадет. Мораль упадет. Я разберусь. Мораль упадет. Ну, переводчики, конечно, жарят. I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal. Какой ты скучный, капец, отстань, фу. Короче говоря, все квесты это что-то в духе: съезди туда, забери то. Забери туда, съезди то, то 50-е, 80-е, то съезди, это возьми, то забери. Возьми еще это, а вот то еще вот там, и вот здесь, и вот здесь. И так, и все. Че хана хочешь? Rider in this madness. We have to concentrate on saving the Moshai, Hana, not your vain hope. Rabba, I know Mashal's still alive. Ему должна быть причина. Hana, why are you convinced your friend's still alive? Because Mashal is our best saboteur. She knows how to keep herself safe. We destroyed a Kes weapon depot, but the detonators failed. Mashal had to set off the explosives by hand. It put her in the middle of a blast they saw from over the hills. But Michelle knows demolition like no one else. She knows the safest place to hide. Возможно. If your friend is as skilled as you say, it's possible she survived. Thank you. I've been shouting for so long and no one has listened but you. But you. I believed you. Anyak won't allow us to go out there. We're needed elsewhere. If I'm out there, I could survey the area. Would you? Sky blessed. Да, у нее есть координаты. Whatever you find. У нее снова есть координаты. Все переговоры второстепенных миссий заканчиваются. У меня есть координаты. Посмотри на это место. Узнай, что там происходит. Все, что ты найдешь сюда, быстрее. Чувак. Боже, что за терминал для запросов? Спасибо. Decryption successful. Понятно, мне нужно было еще это нажать. A finder. Updating your nav system with a supply drop point. Да почему-то то. Вы посмотрите. Приоритетный значит луч надежды. Включить, выключить. Спасибо. Квесты напарников в буре. Ну что-то как-то я не обнаружил пока что. Extreme cold is detected, Pathfinder. I'm reading a normal temperature range. Я один прошел немножечко, и все, что там было, это приедь из судоку разгадай. Так, что у нас? Какого? Так. Почему мне говорят идти сюда? Я не понимаю этого. Если мне нужно идти тут. Я свет рублю.
Дисбаланс. Ты серьезно? Ты думаешь, я все потыкал, а эту менюшку не тыкал? Естественно, я тыкал. Так, алло. Почему мне сказали идти сюда? Вот что это было? Использовать за романтику. Ну, ну прости. Что? Так. Ничего не понимаю. Окей. Идем налево. Вот мы убегаем. Так. Где они? На горе, что ли? Ну, погнали. На гору. Что за дурацкая идея? Extreme cold is detected, Pathfinder. Это не шутки? Что за херня происходит? Посмотрите. Я кругом объехал. Я понял все, где они. О май гад. Тот, кто рисовал эту карту, гений. А ни хер поймешь, куда идти. Ambient temperature is normal. Extreme cold is detected, Pathfinder. Are you the Pathfinder that Ephra was talking about? That's me. We're the team assigned to breach the facility with you. Hopefully rescue Moshai Sefer. I'm your pilot. The Ket facility is on the other side of the planet. Ready to head out? Погнали. No time to waste. You can fill me in on the shuttle. Okay. Everybody in. Вы готовы отправиться выполнять задание? И у меня курсора мышки нету. Ну да. А что, Джоал обязательно свой брать? Его обязательно с собой брать. Ладно, хрен с ним, возьмем. Что-то эпичные залетные. So, чему это было? No one has ever seen the inside of one of these places. Really? None who lived to tell. Кадрю в итоге. Я пока что не решил. Видимо, турянку. Figures. What about the slaves you freed? Sure, we've liberated Ket work camps, but never these facilities. We lost so many fighters trying. The price was too high. I like to believe that the Ket take important Angara from here to their home cluster. What? As slaves? I guess. Death is better. Рабство означает смерть. Life without freedom is just pointless. What you guys are going through is a nightmare. It's why we're excited to be part of this mission. We're here. And let's be quick, this storm's getting worse. Once we're through the shield, you take point. We'll look for Moshai Sefer. Let's just try to stay safe, okay? But Pathfinder, no one joins the resistance to stay safe. Good luck. Radio me when you're ready to go.